Друзья, всем привет! Сегодня катаюсь целый день на Мерседесе. Мерседесе легковом. В кузове универсал CLA. 1.3 турбо бензиновый мотор. Такой же, как на Дастерах, Арканах. 150 лошадиных сил. Сделан он инженерами Мерседес и Рено. Очень производительный, экономичный. Работает в паре с семеркой мокрой роботом EDC. Вкупе вот эта вот пара дарит офигительные ощущения от езды. Машина динамичная, прям очень хорошо она подрывает, ускоряет вас от 0 до 100, от 100 до 200. То есть легко делать маневры, коробка не тупит, не дергает, все мягко, плавно и быстро переключается. Сегодня сделаю вам полноценный, так скажем, обзор на этот автомобиль, чтобы вы посмотрели и, возможно, его немного оценили, потому что почему-то все пролетают мимо них, мимолетом этих Мерседесов, а это, на мой взгляд, лучший заменитель BMW единичкам, двойкам и остальным. Короче, ребят, сделаю подробный обзор, посмотрите и оцените. Всем пока! Сейчас мы обходим BMW.